θες να με βρεις, φαρμάκι να μου δώσεις. Με ένα σου φιλί, αντίο να μου πεις. Ήρθες να με βρεις, για να μ' αποτελειώσεις. Και σαν φεγγάρι μες στη νύχτα να χαθείς. Μη με ρωτάτε η καρδιά πόσες πληγές αντέχει. Της προδοσίας το φίλι в этот светлый, добрый праздник Пасхи. И чтобы начать наш праздник, я с большим уважением передам праздничный микрофон, можно и без микрофона, отцу Александру. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня мы празднуем праздник Пасхи. И мне спрашивают, сколько празднуют? Празднуют 40 дней. 40 дней мы христосуемся, 40 дней мы радуемся, 40 дней мы творим добрые дела. И это правильно. И вот сегодня мы собрались вместе, чтобы порадоваться и повеселиться, чтобы было время молитвы, теперь время радости, время праздника, время такого счастья, счастья-провождения, если можно так сказать. Перед Пасхой я звонил своему духовнику и говорю: батюшка, вот как хорошо, когда мне было 40 лет, столько было сил, я там бегал, прыгал, сейчас 50, и мне так трудно, тяжело. И он отвечает: ты даже не представляешь, какой замечательный возраст 70 лет. Но об этом понимаешь только в свои 90. Вот дай Бог нам понять, что тот возраст, который у нас сейчас есть, самый лучший для нас. Дай Бог нам понять, что нужно торопиться делать то доброе и светлое, то хорошее, что мы можем сделать. Поэтому торопитесь, делайте сейчас. Ведь так будет не всегда. Пока есть силы, есть возможность, есть желание, надо творить и делать доброе. Пройдет совсем немного времени, может быть, не будет желания, может, не будет возможности, может, не будет сил, кто его знает. Пока есть, творить не делать. Поэтому дай Бог нам творить и делать доброе и светлое в эти дни, потому что радость – это единственное, когда ты ей делишься, она приумножается. По всем законам, если у тебя было 10, поделить на 2, это будет уже 5, не 10, а радость, наоборот, увеличивается. Сейчас мы помолимся, сейчас мы похристосуемся. Я потом подойду к каждому столу, покроплю куличик, покроплю яички, все это. Желающих, кого покропить, я их тоже покроплю. Ну а теперь давайте помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он собрал нас здесь и что Он с нами. Благословен Бог наш, всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Благослови, Господи, я стесе, куличи Пасхи, я во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Пока выигрывать будете. Благослови, Господи, я стесе, куличи Пасхи, я во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благослови, Господи, картошку сию во имя Отца и Сына. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Ой, молодцы! Благослови, Господи, будущий Пасхи ясен. Аминь.
Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Храни себя Господь, пусть этот год будет нашим годом. Пусть Господь благословит, пусть Матерь Божия не оставит, пусть те святые, которым мы молимся, будут вместе с нами. А все остальное управится. Все у нас получится, все у нас будет. И дай Бог вот всем мужчинам хочу пожелать простых вещей. Как вот женатый человек знает, как важно, когда не болеют дети, и как важно, когда не ворчит жена. Поэтому дай Бог вам, всем мужчинам, чтобы не болели наши дети, не ворчали жены. С Богом! Храни все Господь! Христос воскресе! Воистину воскресе! Аминь! А теперь трапеза, братья! Thank you.
со мной. Sleep.
Это нам с тобой поют музыки, чтобы взялись вместе мы за руки в танце ты и я. Слышишь звуки, это нам с тобой поют музыки, чтобы взялись вместе мы за руки в танце ты и я. Эй!
девчонка, твоему все изголовью. Только денег маловато, маловато. А вернее денег нету, ни на плитку шоколада.